В актовом зале администрации состоялось аппаратное совещание руководителей ведомств и управлений городом. Прежде чем приступить к работе, Бадыр Ахмедов от всего муниципалитета выразил слова соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербург. В продолжении совещания с докладом о проделанных мероприятиях по благоустройству и наведению санитарного порядка в городе выступил главный инженер управления коммунального хозяйства Султанпаша Саидов. Ну, хаз благоустройства без финансирования, без этого производит текущую работу, содержание зеленых насаждений. Кроме того, что вот это специализированные подразделения наши выполняют эту работу, будут привлечены к этой работе, да, руководители предприятий, организаций, закрепленные за ними территории, должны, как обычно мы делаем, быть приведены в порядок. Далее слово было предоставлено начальнику управления экономического развития Магомеду Гаджимурадову, который озвучил список адресов, изъявивших желание принять участие в проекте, направленного на благоустройство придомовых территорий. Продолжил, что все заявки приняты и находятся на стадии рассмотрения. О том, на каком этапе находится работа по постановке на налоговый учет лиц, занятых неформальной деятельностью, в том числе сборы налоговых и неналоговых доходов в резерв бюджета города, рассказал начальник финансового отдела Магомед Чах. 13 трудовых соглашений и по 2, по 3 человека и 5 то, что отправляют на постановку на учет. По налоговым доходам у нас 104%. Единственное отставание у нас 2 700 000, это по единым делам. По остальным у нас за 100% перераспределение. В продолжении собрания был заслушан доклад начальника управления культуры Рамазана Чарихова о том, что создана организационная комиссия по проведению предстоящих майских праздников. В завершении аппаратного совещания Бадыр Ахмедов дал всем ответственным лицам соответствующие поручения и сроки их выполнения. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».